Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы с вами будем наконец-то проходить до конца уже Samsung Event. Сегодня мы можем получить абсолютно все вещи, и в два этапа я это сделаю. В этом видео я получу голограммку и покажу, как вам, собственно, проходить все задания. Ну а в следующем видео уже пройду до 60 уровня и наконец-то заберу финальный приз. Отправляемся на астероид Smash Obi. Это, кстати, самая последняя оби, которую добавили совсем недавно. И здесь нужно собрать звездочки. Это у нас будет 42 уровень. Так, давайте собирать. Тут довольно-таки печальненько все может быть, потому что взрывы очень быстро приближаются. Иногда подтормаживают, поэтому могут тебя убить. Я только проснулся, ребят, вообще заспанный еще. Решил, что нужно вам показать, потому что, ну, уже как бы утро. И вы должны знать, как пройти все, собственно, испытания. Так, что у нас? Use 20 эффектов нужно использовать во время представления. Сценических эффектов, поэтому мы отправляемся на любую сцену. Кстати, концерт я не смотрел, он в 3 часа ночи начинался по моему времени. Я решил, что нет. Все это, конечно, замечательно, но я хочу спать. Поэтому, несмотря на то, что я там в час-два только заснул, все равно как бы концерт не смотрел. Так, короче, смотрите, ребята, у нас тут есть эффекты. Вы их просто нажимаете во время выступления, когда вы записались в очередь и, собственно, попали на сцену. За один раз вы это не сможете, поэтому нужно два будет представления. И последний раз, давай. Мы это сделали. Все, можем выходить, в принципе, со сцены, нажимать лиф и выполнять следующее задание. Так, следующее задание у нас 1000 звезд собрать. Я не знаю, ребята, какой-то методики я своей не нашел. Где лучше собирать? Может просто ездить по кругу. Вот по этому большому. И собирать вот так вот, к примеру. Может, это не самый быстрый способ. Я, например, собирал вот справа сцены от меня. Я по кругу этой сцены ездил. Там довольно-таки много этих звездочек. Мне кажется, что вот этот способ, который сейчас я вам показываю. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что, ребят, собирал и насобирал я 1000 звездочек и получил следующее задание. Dance 30. Раз, то есть 30 раз нужно просто протанцевать, поэтому заезжаем внутрь сцены и начинаем танцевать. Танцы, это тоже довольно-таки быстро, довольно-таки несложно. И, кстати, ребят, если кто-то выступает на сцене, то обязательно кидайте сердечки. Возможно, у него есть задание, что нужно открыть именно это задание, выполняя, получая сердечки. Так, congratulations, классный приз, кстати, получили для сцены украшения. Так, что там, ресив... Вот, видите, следующее задание было получить 50 сердец во время голосования представления. Вот поэтому... Так, смогу я за один раз 50 получить? Давай! Конечно же, ребята, нужно танцевать на каком-то большом сервере. Видите, когда много людей, вам дают много сердечек. Так, ну что, ребята, я доволен. Получаю следующее задание. И это 120 Perfect While Dancing. Ну, это тоже довольно-таки легко. Нужно 120 раз получить прекрасно, когда вот играет музыка. Видите? Это довольно-таки легко, но довольно-таки долго. Поэтому я немножко, ребят, перемотаю, чтобы вы все это не смотрели, как я буду 120 раз нажимать на нотку. Так, ну все, ребят, я это тоже сделал, получил скелета на сцену. Теперь у меня будет уже два скелета, я себе покупал черного, теперь у меня еще золотой будет. Так, собрать 1200 звездочек, ой-ой-ой-ой-ой, это долго. Ну, окей, ребята, давайте теперь отправимся дальше их собирать. Ну что, ребят, я перемотал немного, собрал я все эти... Звездочки 1200, это было долго и утомительно. И сейчас мне нужно 5 раз выступить на сцене. Для этого советую вам идти на VIP-сервер, потому что VIP-серверы бесплатны к этой игре. И там это делать, потому что если вы будете делать это на обычном сервере, тут очень много людей, и вы будете долго ждать своей очереди. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Итак, ребята, видите, на VIP-ке я спокойненько себе записываюсь, вот. Вот так это делаю, как обычно, выбираю сцену и жду.
На веб-сервере, соответственно, нету очереди, вы быстро будете выполнять это задание и таким образом сможете его быстро закончить. Итак, сейчас у меня последнее будет представление. Можно даже его не заканчивать, просто буквально начинаете и выходите сразу. Вот, смотрите, все, меня засчитали, получаю свой приз и могу уже выходить и идти дальше. Так, слушайте, use 20 different... Ага. Так, нужно мне использовать 20 разных эмоций. Это у нас танцы. А где у нас эмоции? Подожди. Это... Ага, надо выйти со сцены. Так, эмоции. Снизу у нас эмоции, по идее, да? Давайте попробуем. Первая эмоция, вторая эмоция. Ага, разных, видите, ребята? И третья. То есть мне нужно их докупить. У меня только 3 эмоции. Хорошо. Так, у меня 10962. Давайте посмотрим, сколько это будет стоить. Астероиды, астероиды. Хорошо. Так, нет, на астероиды я сейчас пока не хочу идти. Так, у меня 10962. Давайте посмотрим, сколько они стоят. По 100, по 250. Ого. Ну, это довольно-таки будет дорого, если я 20 штук куплю. Ладно. Так, покупаю все эмоции по вот так вот по порядочку идем, потому что они самые дешевые, чтобы мне хватило денег купить все. А, так, интересненько, сколько же это будет дальше стоить? О, по 500 уже, ничего себе. По 500. О боже, так, ну мне кажется, где-то я уже по-моему у финиша уже накупил их достаточно. Так, все, больше не буду покупать. Так, ну что, буду нажимать теперь все эмоции. 5400 мне осталось, получается 5500 я потратил на то, чтобы купить все эти эмоции. Поэтому, ребят, если у вас нету такой суммы, обязательно нафармите перед этим. Так, просто вот подряд все нажимаю. Должно хватить. Я так вроде как рассчитал. Да, отлично, идеально. Окей, ребята, забираем. И это максимальный уровень, жду обновления, которое произошло совсем скоро. Итак, ребята, это уже я вам показывал до того, что было. А сейчас мы будем открывать с вами непосредственно в голограмму питомца. Задание довольно-таки долгое, потому что вам нужно на каждой сцене, точнее на каждом обби, пройти и получить 2 звезды. То есть буквально по 2 звездочки забираете и уходите на следующую сцену. Больше вы не сможете насобирать. Поэтому умираете сразу и идете дальше. Таким образом, ребят, мы сможем с вами выполнить и это задание и перейти уже к следующим заданиям, которые будут нам давать финальный приз. Сейчас я выполняю 51, ребята, и потом, после того, как запишу это видео, буду отправляться выполнять следующие задания, еще 9, чтобы получить 60 уровень в этой игре. Так что, ребята, не пропустите следующее видео, я вам покажу все задания, поэтому если у вас будут какие-то сложности, вы будете не знать, что делать, то, пожалуйста, посмотрите мое видео целиком, поставьте лайк, и потом получаете свой приз, уже зная, что делать. Ну что, ребята, я, собственно, получил свой приз, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Ух ты, прикольная голограммка, жалко, что там не Red Cat, жалко, что там не какой-то видосик прикольный, а вот эта вот певица. Ну да ладно, хорошо, ребята, на этом пока все, спасибо, что смотрели, всем до встречи.